Хоккейный клуб «Чебоксары» продолжает подготовку к новому сезону. Правда, тренерскому штабу пришлось внести коррективы в план работы. 23 и 24 августа наша команда планировала матчи с прошлогодним дебютантом первенства ВХЛ Курганским юниором. Но этот мини-турнир, заявленный как битва двух столиц, не состоится. Накануне поздно вечером руководство Курганского клуба известило организаторов, что по финансовым причинам команда вынуждена отказаться от поездки в Чебоксары. Организаторы, Республиканский центр спортивной подготовки, попытались найти замену, предложив матч-реванш китайской дружине Цэнгтоу. Напомню, 13 августа на льду Чебоксары-арена «Дзывинские драконы» уступили со счетом 3-0 нашим «Богатырям». Но руководство клуба из Поднебесной не стало менять планы своей подготовки. Ну да, очень сильно подвела команда «Кургана». Из-за своих проблем они не смогли к нам приехать. Мы готовились к этим играм. Нам перед Кубком главы хотелось посмотреть уже в боевой готовности команду. Но тут пришлось немножко изменить и поднагрузить команду. Сейчас у нас есть время подготовиться еще к Кубку главы. Болельщики, которые уже приобрели билеты на матч, могут их сдать в кассе Ледового дворца. А я напоминаю, 27 августа на льду Чебоксары-арена стартует розыгрыш Кубка главы Чувашии. Первый матч столичные «Богатыри» проведут против команды из Мордовии. Начало игры в 18:30.